Дом офицеров Черноморского флота – это то объединяющее начало всех севастопольцев и всех тех людей, которые любят Севастополь. И это правда, и это правильно, потому что сам фундамент у нашего дома 1783 года, и он все помнит, и он все знает, и он этому свидетель. А с этих стен Екатерининского зала, который назван в честь нашей великой императрицы, взявшей Крым под российскую державу и создавшую Севастополь, с этих стен на нас смотрят свидетели первой обороны нашего великого города, великие люди, которым не все равно, что сегодня происходит с нами. А нам с вами не все равно, что было 150 лет назад. Здравствуйте, уважаемые наши гости, которые приехали на судьболожную конференцию. Наш город Севастополь. Севастополь очень знаковый город для России. И тема нашей конференции, Лондонская конвенция, это тоже очень знаковое событие, которое в этом году исполняется 150 лет, но события 150-летней давности очень перекликаются с той ситуацией, в которой мы сегодня находимся. И, безусловно, вот этот беспримерный просто подвиг нашей русской дипломатии, когда Россия и, в частности, Севастополь и Черноморский флот того времени находились в очень сложной ситуации, но когда было принято решение и подписана Лондонская конвенция, это был очень мощный такой международный прорыв. И, безусловно, для нашей страны, для нашего Севастополя, для вообще силы русского духа, миролюбивого, мощного, это очень знаково. Поэтому я сегодня благодарю всех наших организаторов этой конференции за то, что сегодня с участием, в том числе и иностранных гостей, и наших ученых, состоится такой профессиональный заинтересованный разговор, потому что выше всех практических решений, выше всех политических военных комиссий всегда дипломатия культуры. И поэтому я всех поздравляю с этим замечательным мероприятием, свидетелями такого